Арест напрашивается. Ротарь первым оказывается на мяче. Потом не бойся, у тебя команда лучше. Джоан Феликс. Классный пас в движении. Чуть-чуть точности. Не просто давать какие-то прогнозы, но все-таки что думаешь о нашем герое? В прошлой игре он отгрузил 3. Конечно, соперник Луису. Суэрес! Хорош! Потом давай, быстрый гол сделаем. Атакует. Контролирует мяч Атлетико. Соперник пока никак не... Ну, чем проще, тем лучше. Он делал пару хватов. Можно нарез сделать здесь. Леман. А вот это удар! Анхель Карре. Суарес удар наносит. И есть блок. Игра рукой, нет, это пенальти. Просто ты бьешь и все. Луис Суарес начинает разбег. Коке. Опасно! Оставляет мяч для навеса. И этот угловой. Это же Барселона, голова. Первый момент у них сейчас будет. Этого не сделал. Следует скидка. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Хорошо увидел партнера впереди. Вратарь спасает. Лукаку с мячом. Может быть опасно. Антуан Гризман. Гризман на убойной позиции. И еще один гол не забивает. Анхель Карре. Скидка назад. Блокирует удар игрок. И справляется вратарь с этим. Мяч снова у Гризмана. Вратарь! Пошел Антуан Гризман в атаку. Гризман! Будет гол! Гол от штанги! Вова пришел! Я его буду скоро дрючить в плей-офф такой. Джона Феликс. Следует скидка. Луис Суарес забивает нужно. Спасает вратарь, но мяч атакующей стороны. Ну и давайте на этом заканчивать. Было очень долгий перерыв. Съемка была. Было очень долгий. Я уже успел поспать. Ну, ты 0-3 все равно проиграл. Так можешь было закабычить? Ну, по идее, да, по идее. Ладно, кулачок отожми, тогда выиграешь снова сейчас. Все, вот сейчас подвешу. Пару слов. Я, блин, матч я наблюдал, честно, я ел. Ну, так скажу, соперники хорошие. Ну, команды слабые. Потом не выспался, сразу иду, пацаны. Оказывается, всю ночь не спал. Встреча раз после, а лучше с бабой, тогда лучше, когда лучше. Изи, первое место, как я и говорил, изи.